Видеоблогер Екатерина Снетко, приветствую вас. Ну и как вы думаете, что это? Знатоки, конечно, знают, что это гиацинты. Я опять проходила мимо цветочного магазина и, конечно, не смогла удержаться и купила такие красивые уже росточки. Жаль, было не приобрести. Вот это фиолетового такого, бурячного цвета, а это желтый. И мне понадобится марганцовка, мне понадобится вода для того, чтобы сделать раствор и выдержать часа 2-3 для обеззараживания вот эти луковицы. И, конечно, я хочу их посадить, и посажу я их завтра, потому как надо будет еще выдержать в стимуляторе роста. И воспользуюсь я цирконом. Ну, а сейчас несколько кристалликов марганцовки. Не сильно. Ой, переборщила. Не буду сильно размешивать. Помещаю сюда. Сейчас добавлю воды, чтобы покрыло. А для замачивания я пользуюсь крещенской водой. Для посадки луковиц мне понадобится торф. Я принесла его с улицы и даю возможность ему разбухнуть, потому что он совершенно сухой. И специально хочу вам показать, очень много мошек в этом торфе. Странно, на улице минус 10, находится мешок с торфом на улице, но только я внесла торф в помещение, тут же из него начали вылетать мошки. Я залила теплой водой. Кроме торфа, я воспользуюсь брикетом вот такого кокосового субстрата. Вы видите, что он слоями и легко отделяется. Поэтому я сейчас отделю и замочу и кокосовый субстрат для того, чтобы посадить луковицы гиацинтов. Вот так я буду его размалывать и опускаю в воду. Сейчас я сделаю нужное количество и покажу, как он быстро разбухает. Очень быстро впитывает воду, размокает, разбухает моментально. Вот было много воды. Всем мокрый субстрат мне такой не нужен, поэтому оставлю. Пусть он здесь забирает влагу из размоченного. Вот так. Он сейчас быстро отойдет. Вот так. Готовимся к посадке. Прошло 3 часа. Я думаю, достаточно. И сейчас надо достать луковицы и дать им обсохнуть. Вот так вот они у меня простоят. Обсохнут, а потом замочу их в ускорителе роста. Выдержать эти луковицы гиацинтов в цирконе. Это стимулятор роста. И здесь 1 мл я возьму на пол-литра 0,1 мл. Вот я набрала совсем мало. И сейчас надо будет хорошенечко промыть шприц. Теперь в этом растворе мне надо выдержать. Ну, для семян написано 2-4 часа, поэтому вот эти луковицы я выдержу часов 10. В общем, завтра я приступлю к посадке.
А сейчас я их просто опущу в этот ускоритель роста. И пробудут они у меня там, вот эти мои луковички, до завтрашнего утра. Это будет часов 15. Вот так. Я думаю, что за это время они напитаются полезными элементами. И тогда я смогу их посадить на выгонку, чтобы к 8 марта иметь красивые гиацинты. Продолжаем съемку. Пролежали луковицы гиацинтов в стимуляторе роста. И сейчас моя задача достать их и дать высохнуть. И после этого я посажу их и покажу, в какой грунт буду сажать. Выглядят они вот так. Очень мне нравятся росточки. Крепенькие, хорошенькие. Так что надеюсь, что к 8 марта будут красивые гиацинты цвести. Подсохли уже. Могу это убрать. Она не нужна. Так, и вот это. Значит, сейчас я приступлю к посадке. Для этого мне понадобится два горшочка. Горшочки у меня БУ. Насыпаю вниз керамзит. Вот так. Чтобы прикрыть дно. И сейчас надо составить субстрат. Субстрат я буду готовить из дерновой земли, из кокосового субстрата размоченного и из торфа. И из замоченного торфа. Он размок у меня сильно. Простоял сутки. И теперь нужно будет все это смешать. Все компоненты. Субстрат будет питательный, поэтому на дно я ничего не укладываю. Мне нужно, чтобы к 8 марта вот эти мои красавчики расцвели. Вы видите, грунта надо совсем немножко. И сейчас я его сделаю. Добавлю часть кокосового субстрата и часть торфа. Все это я хорошенько перемешиваю. И добавила также вот на дне у меня, видите, песок. То есть из четырех компонентов. Дерновая земля, песок, кокосовый субстрат и торф. Так, вот я хорошенечко его перемешала. И сейчас буду укладывать буквально капелюшечку на дно. Так, вот так. Укладываю грунт. Поливать не буду, потому что грунт влажный. И вторую луковичку сажаю. Опять немножко на дно. Выкладываю луковицу. Вот так. Добавляю со всех сторон субстрат заготовленный. Питательный. Подкармливать ничем не надо будет. Почему я все это показываю? Вы тоже можете успеть получить к 8 марта красивые гиацинты и потом подарить их. Или самой радоваться этим красивым цветам. Итак, вот у меня получилось два горшочка. Вот они. Видите? Выглядят посаженные луковицы гиацинтом вот так. И сейчас их отправлю в теплую комнату. В комнате плюс 20 градусов. И я ставлю их на подоконник.
понравилась информация, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я очень люблю цветы, люблю за ними ухаживать, люблю рассказывать о том, что и как сажать, и когда сажать. С вами была видеоблогер Екатерина Снытко. Я приглашаю вас и на мои каналы. Посмотрите, вот там они. И приглашаю вас в бесплатную школу Дениса Коновалова. По Ютубу. Школа замечательная. А также приглашаю на мой сайт, где вы увидите много полезной информации. Всего вам доброго. Сажайте. Это очень и очень интересно.